Всем большой привет! Меня зовут Татьяна, и сегодня я хочу сделать вот такой легкий, ежедневный, если это можно так назвать, смоки. Использовать буду ту косметику, которую я уже показывала на канале, а в частности это у нас будет палетка от Наташи Диноны и вот этот вот оттенок Casual. Серенький. В обзоре на эту палетку я говорила, что очень он мне понравился. Еще хочу задействовать вот эту палетку от Too Faced. Здесь есть тоже красивый серый оттенок. Мы также его с вами в обзоре, ну, особо я не обращала на него внимания. И сегодня чуть-чуть тоже будем его использовать. Ну, для начала давайте начнем с тона, потому что эти тени практически не осыпаются. Здесь спокойно можно начинать с тонального крема. Начинать буду с базы от L'Oréal Glossion. Я показывала уже эту базу в одном из предыдущих видео. Очень она мне сейчас нравится. Практически в каждом макияже сейчас ее использую. Эта база имеет такое небольшое свечение, и она увлажняющая, что мне нравится. И можем ее наносить и пальцами, и кистью. Я наношу вот такой кистью для тона от N-Beauty из серии Stars. Это старая серия, но можно просто любой кистью для тона наносить. Чуть-чуть вот для свечения. Вот она дает такое легкое сияние. Здесь нет в этой базе никаких блесток, и мне вот этим она очень нравится. Здесь вот сверху я ее не наносила, потому что я не хочу, чтобы здесь сияло. Здесь я нанесу вот такую базу от Evelyn. Часто я ее тоже показываю. Я хочу ее уже тоже закончить. У меня уже осталось совсем чуть-чуть. Нанесу ее вот здесь вот сверху и сюда немножко на нос. Тональный крем хочу использовать сегодня очень легкий. Буду использовать новинку от Лизы Элдридж. Также у меня есть обзор на косметику Лизы. Я немножко подружилась с этим тональным. Когда я делала обзор, у меня была очень сухая кожа. И вот в этой области тон, ну, достаточно сильно подчеркнул шелушение. Сейчас же я поправила состояние своей кожи, сменила крем на такой более посильнее увлажняющий крем взяла, и погода стала потеплее, сегодня прям очень жарко. И в целом у меня сейчас кожа, ну, такая уже ближе к нормальной, поэтому уже смело можно использовать этот тон. У него минимальное покрытие, и вот он легкий-легкий, ежедневный, такой на каждый день. Оттенок у меня Т2, он чуть-чуть с желтинкой. Чуть-чуть буду использовать сегодня, не буду, буду стараться минимально нанести этот тон. Я его по максимуму врабатываю в кисть. Использовать буду ту же самую кисть, что и праймер я наносила. И вот так вот по чуть-чуть вбиваю. Вообще, очень-очень легкое покрытие. Мне кажется, я даже уже успела чуть-чуть подзагореть, потому что у нас сейчас такое активное солнце, и я на балконе иногда по утрам попиваю кофеек. И, вы знаете, такое чувство, как будто мне... Вот он был мне даже прям сильно желтый, когда я его месяц назад где-то пробовала, этот тон. Сейчас, ну да, чуть-чуть желтинка тоже осталась, но мне кажется, уже не настолько она явная, как была. Вот здесь вот я его нанесла, и видно, что он такое супер-супер минимальное легкое покрытие. Тон готов, теперь хочу перейти уже наконец-то к макияжу глаз. У этой палетки мне очень понравилось использовать бронзер как базовый растушевочный оттенок. Я возьму вот такую плоскую мягкую кисточку из козочки и нанесу самый светлый оттенок, как базовый. У меня прямо под окном косит газонокосилка, так что если будут какие-то посторонние звуки, я, ну, извиняюсь. Я прямо наношу этот оттенок на все подвижное веко. Ну и теперь время нашего серенького оттенка. Я прям пальцем его буду набирать и аккуратненько наносим. Вначале кажется, как будто он немного пятнит, но когда уже нанесем на полное, на все веко,
То оно будет равномерно смотреться. И я возьму вот такую кисть от Наташи Диноны номер 8. Она тоже такая плоская. И немного это все разровняю, подтушую. Так как этот серый оттеночек у нас он такой полупрозрачный, то он вот с этим коричневым бронзером, который мы наносили первым, он как бы смешивается и получается такое дымчатое что-то. Я еще чуть-чуть повыше подыму, потому что мое веко все сейчас закроется, что мы тут натушуем. И можно самым первым оттеночком, который бронзер, вот тут вот наши края подправить. Все, что мы тут напятнили, здесь вот я немножко лишнего зашла, я кистью, которой я когда наносила тон, я вот здесь на глаза под брови всегда наношу тоже кистью. И у меня на ней осталось немножко тона, я вот здесь вот почищу то, что я лишнего вот зашла вперед, чтобы не было. Вот так получается пока что, и мы можем вот этим сереньким оттенком вот здесь внизу тоже немножко пройтись. По нижнему веку пройдемся. И еще в такой макияж мне захотелось вот этот серенький из палетки Too Faced новый добавить. Но его мы будем добавлять так, немножко и на серединку. Я постараюсь нанести этот оттенок только вот на серединку, чуть-чуть. Потому что мне эта палетка, вот эти сияшки, они мне чуть-чуть кукожат века. И я хочу, чтобы его было, ну, вообще минимально, просто для того, чтобы появилось небольшое сияние. Вот прям даже я его не втираю, а просто как бы прихлопываю этот оттенок. И здесь на второй глаз то же самое повторю. Если мы где-то здесь снизу сильно зашли, то ничего страшного, мы же еще не наносили консилер, поэтому все поправим. Я рассказываю про эти макияжи с позиции любителя, скажем так, я не визажист, но мне нравится играться с этими палетками, поэтому вот я решила попробовать сделать что-то такое. Я возьму еще сухую кисточку чистенькую, это у меня Sonia G. Крис Про, такая вот кисточка факел, и просто еще подтушую края, ну как бы что-то, извиняюсь, захрипела, чтобы еще ровнее сделать вот эту тушевку, чтобы она вообще такая в ноль уходила. Вот здесь. И теперь нам нужно взять какой-нибудь черный карандаш Каял. У меня это карандашик от Make Up Forever. Маленькая версия, но он вообще выкручивающийся. И я хочу им пройтись по верхней слизистой. Он достаточно стойкий, этот карандаш, когда застывает. По нижнему веку, тут уже как вы сами хотите, можно взять какой-нибудь карандаш посветлее, например, коричневый, и провести нижнюю слизистую. Можно оставить, можно взять какой-нибудь, если у вас серый, серебристый есть, либо коричневый такой, перламутровый. Ну, в общем, тут как хотите. Я возьму обычный коричневый от Estée Lauder, и я вот так вот очень-очень тоненько здесь подведу. Я не хочу здесь делать черную слизистую, чуть-чуть. И я возьму вот такую вот кисть, не знаю, тоненькую для рисования губ, но она достаточно плотная. Это у меня Make Up Secret B161, по-моему, да. И я вот буду набирать ею с карандаша пигмент и чуть-чуть вот между ресниц нижних тоже проходиться. То есть вот как бы
хочу сгладить вот этот резкий переход между коричневым карандашом на слизистой и на нижнем веке. Но прям сильно ярко. Я не хочу коричневым тут проводить карандашом. Ну вот, я беру и как бы разравниваю этот переход. Он был более плавный. Вот здесь вот видите, вот если сравнить, вот этот глаз, здесь вот эта полоса внутрислизистая, она очень резкая. А здесь мы уже немножко ее сглазили. То же самое сейчас сделаем с этим глазом. Теперь возьму консилер. У меня это Hourglass, оттенок Cream. Этот консилер достаточно плотный, и в принципе нам здесь нужен какой-то более плотный консилер, потому что нужно выровнять вот эту всю нижнюю часть. Но я не буду наносить его прям очень много. Вот где-то так. Я кистью как бы распределяю поверх нашей вот этой черноты, которую мы тут натворили. Тут вот очень аккуратно. Я вот здесь еще сглажу сейчас переход, потому что консилер немножко резкий сделал переход, и вот тут тоже подправлю. Можно взять вот такую тонкую плоскую кисть, лопаточку, это у меня MAC 239S, и вот этим вот оттеночком бронзера нижнее веко еще подправить, подкрасить. Я за кадром уже накрасила ресницы. В последнее время мне понравилось мешать две туши. Это тушь от H&M, а это тушь от Lizzie Eldridge. Я их смешиваю, потому что они обе достаточно долго застывают, и можно их очень долго наслаивать. Но вот эта тушь мне нравится тем, что она очень-очень черная, а вот эта хорошо удлиняет и подкручивает. И вот они вместе, когда соединяются, мне нравится эффект. И нам осталось уже доделать основной макияж. Я хочу сейчас использовать, давно я не показывала, вот эти румяна от Evelyn. Здесь они 4 в одном Cheek and Lip Wonder Match. Оттенок это 02. И они очень пигментированные. Но так как у нас яркий макияж глаз, то румяна можно и поярче. Ставлю вот одну точечку. Растушевываем. В принципе, наверное, можно даже еще, но сейчас я сделаю вторую половинку, и мы посмотрим. Чуть-чуть это вниз хочу их растушевать, они что-то у меня не хотят растушевываться. Теперь хочу взять немножко бронзера от из палеточки Наташи. Добавлю его вот чуть-чуть вот здесь. Он такой, знаете, этот бронзер немножко может залипать, но в принципе его потом легко растушевать. То есть он сначала как будто ставит пятно, но потом через какое-то время неплохо так растушевывается. И возьму кисть попушистее, и мы добавим еще румян из Наташи Диноны палетки. Эти румяна супер пигментированные, поэтому надо тоже немножко их вработать в кисть. И закрепим наши кремовые румяна уже сухими румянами от Наташи. Я вот сюда еще обычно немножко захожу. И еще пушистой кистью, теми же румянами из Наташиной палетки. Я всегда оттенок румян, который использую сухой в данном макияже, добавляю немножко еще в складку века. Мне кажется, что это как-то объединяет всегда макияж. Румяна сильно пигментированы, я чуть-чуть уже заговорилась и борщинула. Ну, в целом, вот, нормально. Еще добавлю чуть-чуть пудры. Это у меня будет пудра от Paese под глаза. Я вам ее уже показывала. Мне нравится наносить ее именно вот таким спонжиком.
Я набираю, если много, то я руку немножко вот так вот прибиваю. И уже только потом можно наносить под глаза. И осталось что-нибудь нанести на губы. Я недавно показывала вам вот такой пломбир от Maybelline. Я сама вообще не заметила, как я подсела на него. Это, судя по всему, вызывает привыкание. Давайте нанесем. У меня это 02 оттенок. Мне нравится то, что он не липкий. И оттенок максимально близкий к цвету моих губ. Все, макияж готов. Не знаю, как вам, но мне кажется, это вполне носибельный ежедневный макияж. Просто он немножко поярче. Конечно, это не классический смоки с черными глазами, как мы привыкли. Но мне кажется, вот такая лайт-версия вполне удобоварима. Я, так как я не крашусь обычно очень-очень ярко, для меня это уже, знаете, так на грани. Но мне нравится вот этот вариант. Я вполне считаю, что так можно иногда и пошалить. Что ж, буду уже на сегодня заканчивать. Подключайтесь к следующим видео, будет обязательно что-нибудь новенькое, интересненькое. А на сегодня это все, до новых встреч, увидимся, пока!